Я приветствую вас на мастер-классе по приготовлению традиционного сербского блюда, которое называется пшеки пшака. Мы для того, чтобы приготовить это блюдо, нам надо необходимо взять немного теста, много красного вина, много чеснока, много песковица, трубочка, валик, ножик и велка. Мы берем тесто. Тесто кладется в шприца. Много толкалка. Тарелка. Давайте немного макарошки. Восьминожная форма говорит о том, что... Кажет о том, что все приготовлено верно. Зарезаем остатки. И получается блюдо. Нормально? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки и ждите новых коротких и смешных роликов от нашего маэстро. Всем пока!